Читать ужасно интересно. Вы можете сидеть, лежать и, не сходя при этом с места, глазами книгу пробежать. Да-да, читать, ходить глазами, за ручку с мамой, после сами ходить. Ведь это же пустяк. Не бойтесь сделать первый шаг. Споткнулись раз, другой, и вдруг вы прочли подряд 4 буквы. И вы пошли, 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 и слово первое прочли. От слова к слову, как по кочкам, помчитесь весело по строчкам. И так научитесь читать, как бегать, прыгать, как летать. Я знаю, скоро по странице порхать вы будете, как птицы. Ведь необъятен и велик, как небо, мир волшебный книг.